О, бонжур. Бонжур, как говорится, у нас на родине. Вот. Я, собственно, что, в очередной забег ввязываюсь, в очередную авантюру под названием «Забег Сергиевым путем». Вот. Еду себе такой, вот выехал такой себе и еду. Так, куда? Наверное, сюда поеду. Заодно и проверим, как тут дорога. Вот, бегу 21 километр. Ну, я надеюсь, что я бегу 21 километр. Вроде бы есть все, есть справки, есть страховки, есть паспорт. Ну, вот получу номер, все дела. Бегу сегодня просто как длительную. Ни на результат, ни на что. Просто побегать, посмотреть Сергиев Посад. Пока так. Блин, город уже перекрыли, и теперь нужно, в общем-то, искать, где бы залезть бы куда-нибудь поближе, подъехать, а я так подальше отъезжаю, что странно. Ну, ладно, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Припарковался за 3-9 земель, полчаса до старта, а я еще даже не в стартовом городке. Мучусь, бегу изо всех сил, волосы ветром раздуваются назад. Надо сейчас еще и страховку раздобыть, короче, и старую где-то пролюбил. И, ну, короче, все что-то как-то это, и с работы не взял. Справка, слава богу, есть и паспорт. Так, ну, сказали, что стартовый получать вот там, где-то впереди. Туда и идем. Как раз к тому самому собору. Успевать бы. Надеюсь, успеваю. А, ну, вот он, короче. Городок стартовый. Идем, получаем номера, переодеваемся, да и валим уже. Время до старта минут 20 осталось. Очереди. Ну, будем надеяться, что я успел, а? Так, короче, успел, что? Номер нацепил. Получил. Итак, 2 минуты до старта. 2 минуты до старта. Слова. Надеюсь, вы смотивированы. Давайте теперь участники от вас услышим, насколько вы... Ну что, приготовьтесь к обратному отсчету, пошумим вместе. Осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Встречное направление назад бежит. Писался пейсмейкером на 1:59. Нормально будет. Думаю, нормально. 1:59 бежит. Так, ну потихонечку подкручиваю, но не сильно, чтобы. Выступаю в роли пейсмейкера для пейсмейкера на 1:02:59. Буду стараться выбегать из 2 часов. Пока держу в курсе.
сейчас. Трасса, короче, в 4 круга проходит. С подъемчиками, а там Дэн только что пробежал. Дэн Бокси вообще катает. Бежим потихонечку, кайфуем, отдыхаем на восстановительно длительное. Так, ну, плетусь себе, плетусь в хорошем, удобном темпе. Сейчас работка вниз туда, и будет первый круг завершен, еще три. Потом бежит вообще кайф. Так, ну, поотдыхал с горочки. Сам и сейчас надо будет горочку поработать, и это будет только первый круг. И таких, господи, его 4. О, не знаю сколько это уже, пробегаем мимо Сергиево-Посадской лавры вот этой вот. Сейчас подъемчик, надо поработать. Так, ну, стартовую сторону пробежали, значит, пятак, итого, наверное, даже уже 6 километров. Ничем дальше. Так, ну, по-прежнему наваливаю. Впереди где-то виднеется пейсер на 1:49. Будем стараться его догонять. Время еще есть. Так, я так подозреваю из-за того, здесь 4 круга, а я сейчас бегу где-то на 1:50-1:55, то меня, скорее всего, без 4 кругов на 1 круг обгонит лидер. Потому что он здесь бежит где-то на 1:14, наверное, где-то так, 1:12. С трассы с тягунами. Вот как-то так. И все, да, туда, обратно. Вниз ко второму кругу. В принципе, и так уже второй круг, к третьему наоборот. Так, у меня лайфхак был. Я там внизу водичку прихватил, а где-то здесь вдоль дороги ее оставил, чтобы сейчас можно было бы ее прихватить, попить. Главное, чтобы ее никто не взял, не выкинул. Так, а вот и моя водица. Так, ну если вдруг таким лайфхаком будут пользоваться все, в том смысле воду оставлять, потом брать, то можно запутаться, где твоя. Либо персональную оставлять, либо черт знает. И ведь я еще второй круг не закончил, а за мной он лидер, товарищ Лунгусков, херачит. Давай, молодцом. У меня просто второй круг, он меня уже навалил. Пейсер на 1:49. Догнать-то я его догнал, что дальше с ним делать? Сейчас в спине у него подыхать чуть. Там он в конце подъем большой. В общем, пока терпим. С горочки работаем. Точнее, наоборот, с горочки отдыхаем в горочку. Хреначим. Вот он, собор.
набат фигачит. Работаем, отдыхаем, отдыхаем, работаем. И все в таком духе. Готов. Час 49 догнал. Пусть отдохнуть и можно убегать потихонечку. Так, ну, остался последний подъем в горку. А не, не последний. Это сейчас только третий круг завершаю. Потом еще один. Сейчас посмотрим, как. Сегодня бегу на Хайнс опять. Так, запитался, осталось дотерпеть подъем. Удаю. Подъем жесткий, конечно. Остался. Вон там виден, да, подъем туда и там финиш. А здесь, вон там, он разворот у нас. Остался меньше километра. По дистанции хорошо разложил. Сейчас в конце бегу уже. Чуть слышим темп. Начинал потихонечку. Держу в курсе. Убежал, гад. Ну и на то. Все, кому. Дай Бог здоровья, спасибо. Так, ну что, короче, все. Медаль есть, готова. Я, в принципе, закончил. Даже не знаю, сейчас вообще будет слышно или не будет, но, в общем, не суть. Вот. Ну что, дорогие друзья, все, оделся, переоделся. Где-то уже вот в створе, там вот ребятушки фотографируются, там сцена, там же стартовый. Старт, здесь не старт. Там мучил кое-как, ну не то чтобы кое-как, в принципе нормально. Тактически разложился, начал потихонечку и закончил, в принципе, нормально. Нормально закончил. В конце даже нагнал чуть-чуть. В целом вообще хорошо. Очень хороший забег с тягунами и прочими. В принципе, как тренировка, вполне себе неплохо заходит. Надо в церковь обязательно сходить. Собор уже сам по себе не стоит. Соборчики. Снаружи. Ну зло гоняет. А здесь тише. Да гладь. 5 километров. Разговаривают про бег. Так, ну впереди в этом году еще множество забегов. Хороших забегов. Вот. И, в принципе, продолжаем готовиться. Возможно, даже на московский марафон вписаться. Почему бы и нет. Но не на все 42, а на поменьше, наверное. К 42 не очень я готов, а вот десяточку можно было бы попробовать там рекордик обновить. Сейчас как вариант. Так, здесь тоже интересно, красиво. Всяческие церкви, не церкви, верандочки.
красивенные. В прошлом году после забега мы сюда даже не заходили. Хотя в каком-то году, не помню, как-то мы сюда приезжали, поднимались наверх на колокольню, даже колокол пару раз бахнули. Итак, короче, не успел я немножечко на старт. 10 километров хотел ребят проводить со стартового створа, но в итоге, в общем-то, у них старт был в час. Вот уже первая пачка бежит, лидеры наваливают. Тут, по-моему, сразу дали старт и пятерки, и десятки. Тут тибун, горочка. 5 километров на один круг, 10 километров это два круга. Ребята уже где-то спускают кластерами по несколько человек, чтобы все спором не убежали. Блин, еще жалко, сейчас телефон, возможно, сядет, ну ладно, не страшно. Самое главное, что, в принципе, да, немножко ребят проводить, как бы, и потихонечку развалят. Немножечко мышцы так вот будят после 21. О, посмотри-ка, на скейте чувак с вейкбордом валит. Вот это я понимаю, вот это вот на стиле. Так, ждем наших хотя бы каких-нибудь знакомых. Наверняка кто-то бежит. Их нужно хотя бы только выследить. И кушай мороженку. Из некоторых моих знакомых они бегут все на расслабоне. Детки бегут, тоже хорошо. Скоро же лидер назад будет возвращаться. Где хоть какая-нибудь банда моя? Нет, нету. Пока не видать. Ждем. У меня же еще и машина на той стороне. Даже не перейти особо. Бегут все от малого до велика. И взрослый, и старый млад, как говорится. Люблю такие вот раздельные старты. 21 отбежал, вышел, можно поболеть еще за ребят. Машут руками ребят. Пейсеры бегут, надо что посмотреть на сколько. А, это на 55 минут. Пока что-то никого не вижу. Наверное, еще где-то там. Может быть, даже не стартанули, а может быть, с самого начала отдыхают. Лёшки, валят, валят, молодцы. Миша, рекорда не будет сегодня. Ты второй раз уже бежишь? А ребята не сдаются. По несколько раз, по все медали все собирают. Да, скоро уже лидеры обратно вот здесь вот будут возвращаться. Давай, 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 Толик, давай, давай! Вот кого-то из ребят посмотрел. Да, нормально. Так, ну отлично. Банда вообще большая. Прям очень много народу, очень. На 21, наверное, я не знаю, сколько бежало. Ну, однозначно меньше 1000, меньше 500, наверное. А здесь прям вот нескончаемый поток. Кстати, уже лидеры виднеются. Сейчас посмотрим вообще, кто там из лидеров наваливает. Ребятушки бегут со своей музыкой. Вот лидеры валят.
уже потихонечку растягивается. А, это походу сделал, что один на 21, второй на 10. Ой, на один на десяточку, второй на пятак. Ну, с собакинами бегут. Лайки тянут девочек. Так, ребятушки, у меня, в общем-то, телефон подразрядился, вот слово хорошее какое. Пока я, собственно, стоял, там подбадривал ребят, которые бежали на 5 и на 10 километров. Вот, сначала я там стоял возле обочины, потом перешел на середину дороги, чтобы поддерживать и в одну сторону ребят, и в другую. Я не знаю, такое ощущение, как будто бы я там вообще один-единственный стоял. Я, понятное дело, не орал, вот, я стоял просто как бы подбадривал, но все слышали. Я им каждому говорил, что молодцы, давайте, держитесь, там финиш за углом, стандартно, вот. И как бы все с улыбкой, все молодцы, всем хорошего как бы настроения добавил. Вот, потом еще там ребята подсоединились, но они подбадривали не локально, только своих, а знакомых, которые бежали. Вот, некоторые ребята даже встречались, которые и пробежали и 21 сначала, вот, и потом еще, собственно, ввязались в авантюру там на 10 километров. Ну, хороший праздник, праздник хороший, по численности народу было сильно больше, чем было в Волоколамске, но, как я уже и говорил, что в Волоколамске, допустим, проблема была в том, что в этот же самый день проходил забег московский полумарафон, поэтому все ринулись туда, а здесь, как бы, у кого либо сладов не было, либо там еще какие-то нюансы там. И вот, допустим, у меня как у некоторые нюансы, да. Я, может быть, в какой-то момент даже не очень-то поверил в то, что проведется полумарафон. Ну, не суть важно. В общем-то, какая разница, где бегать. Главное, что это... Ну, что бегать, и все. Вот. Забег хороший. Разложился тактически тоже очень хорошо по дистанции. Вот. Ну, что тут еще сложно что-то добавить. Наверное, на этом у меня все. Ах да. Вы там обязательно подпишитесь внизу. Допустим, если вам понравилось. Если не понравилось, можно даже дизлайк поставить. Я, в принципе, буду не против. Обязательно комментарий напишите, что не зашло, что зашло. Вот как-то так. Вот как-то так. На этом у меня все, как бы, держу в курсе. До свидули.